О мерах, которые помогут подавить рост инфляции, шла речь во время беседы Владимира Путина с главой Федеральной антимонопольной службы. В ее ведении с лета прошлого года находится функция упраздненной службы по тарифам. Игорь Артемьев проинформировал президента, что тарифная политика государства все больше ориентирована на граждан, а не на крупные инфраструктурные компании, которые в последние годы, по его выражению, и так неплохо жили. Сейчас темпы роста расценок значительно меньше инфляции. Важно, чтобы руководители инфраструктуры компаний понимали, что теперь экономика уже не только для них, они имели возможности для отличного развития в последние 10 лет. Они должны поделиться своими ресурсами за все страны экономики, с малым и средним бизнесом. И, собственно, мне хотелось бы, чтобы вы, если возможно, поддержали такую политику перед, прежде всего, нашими инфраструктурными монополиями, крупными компаниями. Они должны понимать, что время изменилось, и они должны становиться другими. Нужно, чтобы только они знали, что такой выбор нами сделан, и были готовы, как вы правильно сказали, немножко поскромнее себя вести, не в ущерб, естественно, качеству, там, ремонтом соответствующим, проведенным и так далее. Думаю, что если мы хотим подавить инфляцию, то в таком ключе и должны работать.